Здравствуйте, это динамический комплекс, и я приветствую Ирину Шиляеву, которая сейчас нас взбодрит и приведет в форму. Привет, Ирин. Привет всем. Что у нас сегодня будет? Сегодня сделаем сбалансированную практику. Будут и положения стоя, и положения в нижней части, и положение лежа. Ну, подготовьтесь к интенсивной тренировке, присоединяйтесь к нам. Соединяем стопы вместе. На вдох через стороны руки поднимаем вверх, немножечко разогреваемся. Выдох через стороны вниз. Теперь эти движения соединяем с подъемом на носки. Вдох, подъем на носки. Начинается выдох, начинаем опускать руки. Выдох, опустили руки, пятки на полу. Вдох, выдох, вдох, вытягиваемся, выдох. И еще два раза вдох, выдох, вдох, выдох. Несколько вращений плечами назад, расслабляем плечи, ставим стопы широко, разворачиваем их на 45 градусов наружу, по возможности постепенно можно их разворачивать на 90 градусов. С выдохом просаживаемся, колени выстраиваем над пятками. Если получается, можно развернуть на 90 градусов, но проверяем, что колено смотрит в сторону носка. Если колени заворачиваются, лучше стопы подвернуть чуть внутрь. Выбирайте свой вариант, выполняем все корректно. Выстраиваем бедра, таз на одной линии, руками упираемся в бедра и аккуратненько начинаем переносить вес тела с одной ноги на другую. Движение плавные, мягкие, чувствуем свои ноги, чувствуем устойчивое положение. Позвоночник вытянут, дыхание сохраняем. Хорошо, по центру задержались, копчик подвернули, живот подтянули. Корпус руки вытянули вверх. Дышим. Внутренними усилиями продолжаем расталкивать бедра наружу. Левую руку опускаем на левое бедро, правую сторону вытянули. Вдох-возврат. Правую руку на правое бедро, левую сторону вытянули. Вдох-возврат. Корпус, руки параллельно полу вытянулись вперед. Сгибаем руки в локтях, локтями упираемся в бедра, снова бедра, помогая себе руками, расталкиваем наружу. Снова вес тела с одной на ноги, другую переносим. Немного нагрузятся ноги, бедра. Возможно, немножечко будет тяжело. Старайтесь выдержать. Хорошо. Ладони опускаем на пол перед собой. Стопы заворачиваем параллельно друг другу. Вытягиваем спину. Ноги в коленях выпрямляем. Руками беремся за щиколотки. И, помогая себе руками, углубляемся в наклон. Если вы макушкой упираетесь в пол, стопы можно ставить уже, чтобы у вас был потенциал вытяжения спины. Плечи толкаем от ушей назад, руки в локтях, стараемся согнуть, создавая рычаг. Помогайте руками уходить в наклон. Хорошо, посмотрели вперед, вдох, вытянули спину. Правую руку ставим по центру, левую руку вытягиваем вверх, взгляд на ладонь левой руки. Правой рукой от пола толкаемся, на плече не висим. Отлично. Левую руку вниз, кладем ее по центру, правую вверх, взгляд на ладонь правой руки. Опустили правую руку, снова вытянулись, посмотрели вперед. И руками беремся за щиколотки, наклон повторяем. Вытягиваем спину, чувствуем вытяжение по задней поверхности ног. Спокойное ровное дыхание через нос.
Хорошо, взгляд вперед. Разворачиваемся в сторону правой ноги. Ты, Радмила, можешь в сторону левой ноги развернуться. Правую ногу уводим назад. Собака мордой вниз, вытянулись. Согнули ноги в коленях. Опустили колени на пол. Положение кошечки. Руки ширина плеч, ноги ширина таза. Запястье выстраиваем под плечевой сустав, коленный под тазобедренный. С этого положения на вдох мы делаем прогиб макушкой, тянемся вверх, плечи толкаете вниз. Выдох, скругляемся, подбородок вниз, позвоночник толкаем вверх. Несколько движений. Не заламывайте поясницу. Разгибайте позвоночник. Корректно, стараясь хорошо вытягивать грудной отдел. Добавляем вращение корпусом через стороны. Представьте, что вам 4 точки нужно соединить внизу, вверху и по сторонам. Корпусом описываем круг, руки в локтях остаются прямыми. В другую сторону. Хорошо, скругляем спину, ягодицы уводим на пятки. Вдох, представляем, что мы пролазим под забором. Тогда, когда наше лицо доходит до линии с ладонями, на вдох мы вытягиваемся, делаем прогиб, как в кошечке. Выдох, скругляемся, таз назад. Вдох, прокат, прогиб. Несколько движений в ритме своего дыхания. Движение синхронизируем с дыханием. На вдох прогиб, на выдох скругление. И мы двигаемся в обратном направлении через круглую спину вверх. Уходим в прогиб и ягодицы на пятки. И очередной раз ягодицы на пятки. Стопы вместе, колени врозь, руки вытянули, лоб на пол. Немножечко отдохнули, 2-3 цикла дыхания. Продолжаем. Положение собаки мордой вниз, толкаем таз вверх, вытянулись. Настройтесь поработать немножечко в статике. Посмотрели вперед. Планка. Руки ширина плеч, запястья под плечами. Подтянули живот. Копчик подворачиваем. Стопы на ширине таза. Переворачиваемся на правую сторону. Боковой вариант планки. Стопу правой ноги вниз, левая сверху. Если будет тяжело, левую стопу ставим перед правой стопой. Левую руку вверх. Взгляд перед собой. Правой рукой толкаемся от пола. На плече не висите. Дышим несколько циклов дыхания. Выстраиваем тело в одну ровную линию. Живот держите подтянутым. Сгибаем правую ногу в колени. Колено ставим на пол. Поднимаемся. Колено выстраиваем под тазобедренный сустав. Левую руку кладем на левую голень. Соскальзываем в левую сторону и растягиваем правый бок. Правую руку вытянули влево. Мы эту сторону сокращали, укрепляли. Сейчас ее мягко вытягиваем. Вдох, аккуратно вернулись в положение планки. На левую сторону покажу вариант со спины, чтобы было видно, как выстраивать линию. Снова классический вариант планки и переход на левую сторону. Левая нога снизу, правая сверху, правую руку вверх, взгляд перед собой. Держим живот подтянутым, левой рукой толкаемся от пола. Не уводите таз назад, плечи раскрыты.
Отлично. Левую ногу сгибаем. Колено в пол. Правой рукой соскальзываем по правой голени. Левую руку вытягиваем в сторону. Удлиняем левый бок. Вдох, возврат. Опускаем руки на пол. Снова положение планки. На несколько секунд фиксация. На секунд 10-20. Одна ровная линия. Живот держим подтянутым. Выдох. Таз назад, собака мордой вниз. Вытянулись. Согните ноги в коленях. Стопы вместе, колени врозь. Ягодицы на пятки. И снова на несколько циклов дыхания расслабляющая поза. Отдыхаем. Отлично. С этого положения аккуратненько переходим в положение лежа на животе. Ноги соединяем вместе, стопы вместе, руки ставим перед собой, пальцы смотрят друг на друга. Немножечко приподнимаемся, вытягиваемся. Опускаем живот, опускаем грудь, вытягиваем руки вперед перед собой. На вдох отрываем правую руку, левую ногу держим. Плечи толкаем назад, шею не зажимаем. Опускаем. Левая рука, правая нога. Опускаем. И настроились на статическое удержание. Лодка лицом вниз. На вдох поднимаем обе руки, обе ноги. Держим. Дыхание не задерживаем. Живот держим подтянутым. Все тело сильное. Крепкие мышцы спины. Отлично. Опустили. Руками упираемся в пол. Уводим таз назад. Ягодицы на пятки вытянулись. Руки можно поставить на пальцы, задать хорошее вытяжение в спине. Макушкой тянемся вперед в продолжение линии позвоночника. Ягодицы тянем к пяткам. Вытягиваем хорошо спину. Затем ладони опускаем, делаем несколько циклов дыхания. Переходим в позу расслабления. Отпускаем всю нагрузку. И на вдох аккуратно поднимаемся через стороны руки вверх. И выдох, ладони намасте. И наша практика завершена. Спасибо большое, Ирина. Это был непростой комплекс, но я почувствовала, как действительно все мое тело включилось. Да, тело собирается. Спасибо большое вам, что присоединились. Хорошего вам дня, крепкого здоровья, отличного настроения.